едем мы сейчас в Львов. Дальше мы завтра пересекаем границу, приезжаем в Польшу. Тусуемся в Польше 4 дня. 4 концерта, 4 дня. Дальше едем в Германию, где мы прежде никогда не были. После Германии мы едем в Бельгию. Вот и... Очень вкусный напиток, называется ничего. Очень советую. Он тот. Собственно, вчера состоялся наш первый концерт в Германии в городе Биттерфельд. Дебют in Deutschland. Пиво лилось рекой. И в итоге нам еще в дорогу ящик сгрузили. Сегодня мы топим в Берлин. В Берлине состоится наш 6-й концерт вот в рамках этого тура. И после Берлина мы поедем вглубь Германии и дальше в Бельгию. Здесь бэкстейдж и также спальные места, где мы, собственно, провели ночь. Ну что, что больше всего понравилось? Офигенное пиво. Халявное пиво. Офигенное. Да, покажи свой сувенир. Общий сувенир. Вот этот сувенир, да? Ну, это остатки. Это остатки сувенира. Остатки сувенира. Больше мы не смогли. Сувенир был больше наших возможностей. Да-да, вам не показалось трехэтажные койки. Да, не каждый день такое увидишь. Работайте, Лёня, работай! Сыр. Я на это не подписывал. Помидоры. Я на это не подписывал. Зато жрут. Я на это... Антидепрессанты, Ксанакс, Бушпирон, экстази так чисто развеется, ну и всякие минеральные витамины, чтобы не загнуться. And you have to do it. You have to, or I'll fire you. Do you understand? Мы находимся в городе Берлин. Вчера мы провели здесь свой концерт. И сегодня у нас первый выходной день после 6 незабываемых концертов в Польше и в Германии. Вот. А ночевали мы в клубе с целью экономии средств. Лёнь, каково оно спать действительно на рабочем месте? Сегодня впишемся в хостел и отдадим за хостел за 7 70 евро. Ну, на самом деле, не так много по немецким меркам, вообще по халяве впишемся. Сейчас мы идем смотреть на вот этот вот уникальный аэропорт в Берлине, который не функционирует, я не помню, как он называется. Nicht funktionieren. Я. Без душа мы уже второй день. Как-то отсутствует такое удобство в последних местах, где мы ночевали. А еще у нас есть такое желание постираться. Постираться, причем, стоит денег.
то есть воспользоваться стиральной машиной хостела стоит денег в Германии. Скинемся. Скинемся, но тут... Мы завяжем это, завяжем машину по самой не хочу. Ну, вариантов-то у нас, собственно, немного, потому что с завтрашнего дня у нас 8 концертов без выходных. Что, как ты себя чувствуешь после 6 концертов? Зазор есть полсантиметра, всё. А каково оно знать, что еще впереди предстоит 21 концерт? Лучше об этом не думать. Завтра едем в город Люденшайд. Это 500 километров нас ждет. Двигаемся в направлении Северного моря. Правильно? Северного моря, да. Вот. Наконец-то пляж. Сосулькой под носом. А я взял плавки. Я правда взял плавки. Тогда сосулькой не только под носом. Насколько я знаю, я не единственный взял плавки. Поедем, собственно, в Бельгию, а после Бельгии у нас сумасшедший переезд в Чехию. Там 1500 км нам надо будет проехать. Просто ух, такой пробег сумасшедший. Такие вот пирожки. Пришли в аэропорт. Километров преодолели. В районе 3000. Где-то 2800, вот так. И пока все нормально, все клево, хорошие дороги. И сколько еще ехать предстоит? Я думаю, что еще где-то 1008 мы прокатим. А зачем Вова залил фейри в стиральную машину? Походу это не работает. В смысле не работает? Ну не светится лампочка, видите? Давай 50 копеек засовывай, погнали. Сука, что монетку съела? Сожрал. А что такое? Вот. Почекай. Ногой! Ногой давай! Замок сработал, значит все работает. Это в инструкции написано, вот видите, вы все правильно, я не понимаю, что делали. Ну что, поломали? Смотри, куда ты ее забрасываешь? Вот сюда? Да. Загорелась зеленая лампочка. Все, поймется, сэр. Аллилуйя! Ну, как ты теряешь? What do you expect you would see? Just like a mirror reflecting the moves of your... Сейчас мы с Вовкой сделаем вам маленький экскурс по автомату с сигаретами. Рассказывай, Вовка, что здесь особенного? Уявіть ситуацію. Ви дуже захотіли палити, йдете вулицями Німеччини, і тут вибираєте цигарковий автомат, і тут бац, він вас питає паспорт. Ви маєте взяти свій паспорт і відсканувати в цьому пристрої, іначе він вам нічого не дасть. Ось в цьому, да? В цьому пристрої? Так. Жахіття. А яка ціна цигарок? Середня початкова ціна 6 євро, максимальна 7. Фак! Давай, ще раз, работает? Так. Я повнолітній. Работает! Так, осталось пойти собрать денег на сигарет. Ну, пошли работать. Who's a fucking drummer? Where is that my burger man? What is it? What is the drummer? Fucking shit! Come back! Узнал?